Быстрые завтраки пользуются популярностью, но разнообразные покупные содержат много сахара, а есть каждый день овсянку – это не для меня. Поделюсь рецептом, как приготовить завтрак в чашке за 5 минут. Основа завтрака – это хлеб, который ломаю кусочками и смешиваю со взбитым яйцом, к нему можно добавить любые овощи, зелень, сыр, специи, колбасу, мясо или копчености. Приготовление завтрака займет у вас всего 5 минут в микроволновке, а в это время можете делать свои дела. 1. Нарежьте или поломайте хлеб на кусочки. Вымойте и мелко нарежьте любую зелень, нарежьте кусочками отварное мясо и натрите на терке сыр. 2. Выложите хлеб в смазанную сливочным маслом чашку, чтобы убедиться, что его хватит. 3. В миске смешайте молоко с яйцом, посолите и добавьте любые специи по вкусу. 4. Смешайте хлеб, мясо, зелень, сыр и залейте все содержимое яичной смесью. Аккуратно перемешайте вилкой и выложите в чашку. 5. Поставьте чашку в микроволновую печь и готовьте на максимальной мощности около 90 секунд. 6. Проверьте на готовность, при необходимости снова отправьте в микроволновку. Ешьте блюдо сразу осторожно, ведь оно горячее.